А молодежная организация Донецка Ковалева Галина, как вы думаете, к чему может привести нагнетание конфликта с Россией и Украиной? Вы знаете, я здесь, учитывая, как показывают средства информации, хочу, чтобы сыны были первыми записаны и на передовую ими отправлены их, кто сегодня вот это создает все. Чтобы всех руководителей вот этих киевских сегодня, сыновья первыми, были первым окопе. Вот тогда я буду понимать, что они задумали. Потому что бряцают, играются, войнушку не наигрались на Майдане. Сколько уложили людей, сколько крови пролито. Войнушку не наигрались. Я уже не говорю о том, в каком состоянии армия украинская. Чтобы надо понимать было, потому что армии как таковой-то нет. И поэтому молодое поколение, я не хочу, чтобы оно своими жизнями расплачивалось за бездарность тех политиков, которые сегодня взяли на себя эту ответственность, причем взяли, вы понимаете, каким путем, условно говорю, взяли на Майдане, что происходило. А сегодня далее продолжают бряцать оружием. Поэтому я считаю, что это недопустимые вещи, и я не хочу этой судьбы для молодежи Украины.